В этом конкурсе наш парк «Березовая роща» принимает участие уже во второй раз. В прошлом году не удалось победить, но уже в этом удача улыбнулась, и «Березовая роща» заняла первое место. Мы получили приз, получили диплом. Диплом нам вручал лично губернатор Московской области Андрей Воробьев в городе Подольск. Ну и призовой фонд 15 миллионов рублей. Тоже деньги будут перечислены на наш счет. Эти деньги мы планируем израсходовать на благоустройство парка, на приобретение нового аттракционного оборудования и на реконструкцию здания администрации, где планируется на первом этаже создание игрового зала для детей, чтобы парк мог в зимний осенний период функционировать, принимать посетителей. 3 месяца жюри осматривало, анализировало убранство парков, их форму, содержание, общалось с жителями, и парки Дмитрова и Клина были признаны лучшими. В конкурсе было заявлено 30 парков культуры и отдыха. Конкурс проводился по 2 номинациям. «Наша березовая роща» взяла лучшее преобразование парка. Действительно, за последние годы наш парк преобразился. Он стал красивым и уютным. Это зеленый островок, где можно хорошо отдохнуть. Березовая роща – единственный парк Московской области, который может похвастаться каскадом фонтанов. Здесь есть летняя сцена, на которой постоянно проходят различные концерты. Аттракционы для юных дмитровчан радуют своим разнообразием. Детские площадки, беседка «Купидон», усадьба Деда Мороза, объекты питания, сувенирная продукция и многое другое. А теперь с победы в конкурсе наш парк станет еще более благоустроенным. Призовые деньги должны поступить на счет парка в начале 2015 года. Работы по благоустройству и закупке нового оборудования начнутся в начале мая. И за время первых летних месяцев Александр Фатих планирует закончить всю модернизацию парка. Мы планируем поставить один из основных аттракционов. Это панда-парк, подвесной парк, который пользуется широкой популярностью среди посетителей парков. Он рассчитан на посетителей разных возрастов, начиная от детей, заканчивая взрослыми. В 2015 году уже с новыми силами и новым обновлением наш парк снова примет участие в конкурсе «Парки Подмосковья», но уже в другой номинации, которая пока держится в секрете. По словам Александра Фатихова, так как «Березовая роща» стала победителем, торжество и подведение итогов конкурса «Парки Подмосковья» в следующем году будет проходить у нас в Дмитрове.